Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небеса Жизни. Наконец-то Бочару добавили в нашу любимую игрушку Дистарбик. Новогоднее оформление. Одно маленькое но, что меня смущает, так это вот это Happy Holiday. Нажимаем, и у нас тут возможность получить кучу наград. Есть одно маленькое но, что меня реально смущает. Это, вот смотрите, от таких игроков, как я, допустим, да, вот я, допустим, могу нажать забрать. После того, как накликаю 1500 кликов, я, вы уже видите, подготовил автокликер. Нажимаю играть, и таймер в 12 часов. Можно скипнуть за 3 часа, но вот здесь, как по мне, небольшой наглёж. На самом деле, я понимаю, что как-то надо получать денежки, надо как-то зарабатывать, но здесь это прям совсем странно. Мы, смотрите, мало того, что мы должны 1500 кликов сделать, да, так мы еще должны посмотреть перед этим, сколько, 4 рекламы для того, чтобы вот эти 12 часов скипнуть. Потом мы должны еще... Потом смотреть рекламу для того, чтобы получить саму награду. Потом мы должны опять 2000 кликов сделать. Потом 2500, 3000. Посмотреть рекламу, чтобы зайти, но при этом до этого, видимо, посмотреть еще 4 рекламы, потому что 12 часов как-то скипать придется. То есть все придется смотреть там 5 реклам. Блин, как по мне, это вообще дичь на самом деле полная. Не знаю, кому как, может, кому-то и зайдет, но... Мне вот больше всего интересно вот последняя награда. Мне вот она реально больше всего интересна. И что это за награда, что она даст? Мне, блин, интересно. Я поэтому, наверное, только ради этого и готов это все делать. Ну что, допустим, нажимаем играть. И вот, да, видим вот этот таймер чудесный. Ну, блин, ладно. Придется смотреть. Погнали. Так, и... Я закончил просмотр. Где мои минус часы? Чё за бред? Я только что глянул рекламу, у меня часы не убавились. Сейчас, окей, перезагружу игру. Секу. Я понятия не имею, в чем дело, но игра не... Ну, как бы... Таймер не это самое, не уменьшается. Это ненормально. То есть даже просматривая рекламу, мы не можем, получается, типа... Уменьшить количество часов? Что? Давайте еще раз. Так, окей. Погнали. И... Что происходит? Какие 3 часа? О чем речь? Какой смысл вообще в этом всем? Короче, минус мораль. Минус желание играть. Окей, ладно, хорошо. Давайте глянем. Может быть, изменилось само оформление в самой игре еще к тому же. Давайте глянем. Зайдем в магазинчик. Может, нас Снегурочка встретит. И нет, Снегурочка не встретила. Может быть, тогда хотя бы на улице будет снег. Вот, насколько я помню, с Хельдой у нас как раз-таки свидание начинается с улицы. Нет, тоже снежка нет. Давайте еще раз перечитаем, что нам добавили. Так, ну давайте по факту. Улучшение систем. Ну, может быть, окей. Добавление багов в виде того, что у нас таймер не будет на самом деле уменьшаться. Ну, добавление так добавление, ладно. Подарок Бочару на Новый год в виде просмотра рекламы, в виде дополнительной прибыли. Ну и еще в виде ухудшения рейтинга игры, потому что, видимо, звезды будут ставить опять единичку, двойку, скажут, исправьте баг, исправьте баг. Новогодняя мини-игра, как раз-таки с добавлением багов и новогоднее оформление. Ну, новогоднее оформление только в менюшке, так что... Ну, вообще красиво, мне лично нравится. Вот. Так, врубаем автокликер, он нам больше не понадобится. Не, ну реально, а смысл какой? Я захожу и... Ну вот смысл, вот это минус 3 часа. Ай, бред. Ну, хорошо, да, есть еще вариант купить все и сразу. А что я покупаю? За что я плачу деньги? Я плачу деньги за 36... Сейчас, погоди, 36 зубов, 5600 цветуков. А в обычный сколько это будет стоить? Нет, за рекламу не интересно. А где? А что, купить нельзя? Ага. Наверное, в этом весь прикол, что купить нельзя, а так можно. Здесь за рекламку можно посмотреть и получить. Стать спонсором. За доллар мы можем получить... Стоп. Подожди, а это каждый день будет даваться 2010? Если нет, то, а только раз, то... А, вот, вижу, смотрите. Сейчас, секунду, подождите. Я даже думаю, вы можете понять, что заплатив меньше денег, награды вы можете получить в виде вот этих цветочков в большем количестве.
И чуть-чуть меньше вот этих, как называется, зубов. Ну, я их зубами, зубами называю. Слушайте, ну, кажется, что поддержка игры намного выгоднее выходит, чем покупка этого набора. Я просто не могу понять, за что мы платим. Что это такое? Вот что это за штука по центру или вот здесь в самом низу? Объясните мне. Плюс, когда нажимаю играть, минус 3 часа, таймер не сбрасывается. Посмотрел две рекламы. Какой смысл? Какой смысл? Хорошо, давайте я гляну 4 рекламы. Может быть, таймер, он как бы просто визуально не уменьшается, но на практике он уменьшается. Поэтому давайте 4 рекламки глянем и пойдем проверять дальше. Так, ну что? Третья реклама. Опять таймер не уменьшился. Давайте последнюю, четвертую глянем. Надеюсь, что таймер в этот раз реально уменьшится до нуля сразу же. Ну что, последний, давайте. По-быстренькому, по-быстренькому. Последняя рекламка. И вырубаем. И таймер не сбросился. 4 рекламы было просмотрено. 4 на 3, 12. Собственно, играть. И не, ребята, сори. Короче, ничего поделать не можем. К сожалению, обновление меня не порадовало, потому что... ну, воспользоваться им полноценно нельзя, даже, ну, никак, к сожалению. Тут, к сожалению, просто да. Всем пока, всем добра, увидимся когда-нибудь, когда исправят баги, и я смогу получить награды за то, что я юзаю автокликер. Все, пока-пока, всем добра.